получается, всю ночь снег шел у нас. Ну, ты говоришь, сколько там, 10 сантиметров? 10, говорю, свежий, пушистый. И мороз сегодня минус 4, а ночь обещает минус 14. И потом завтра опять минус 7 днем, минус там, не знаю, чуть ли не 17 ночью, не знаю, будет, не будет. А потом плюс 1. Плюс 1, плюс 2, потом минус 5. Вот такой разбег погоды. Начинается у нас февраль, друзья, добрый день. Добрый день, февраль. Сегодня уже 2 февраля. Что, завершающий месяц зимы? Это круто! Это круто! Что большая часть зимы уже прошла. Тут опять морозы туда-сюда, температурные качели. Тоже пишите у вас. То плюс, то минус. То минус-минус. Уже не хочется этого минуса. У нас сугробики. Сейчас смотрю, центральные дороги расчистили немножко. Но все равно в этом году, конечно, жалоб много. И, в общем-то, эти жалобы оправданы. Вот видите, посмотрите, тут тоже как все. Для пешеходов особенно. Для машин еще можно проехать, пешеходам в этом году сложно. Да и то возле домов машинам скользить приходится, просто скользить. Доставка идет. Ой, зима. Лабрадорчик гуляет. Один хвост из-под сугроба. Улица Вербная, 18, мы едем. Добрый день, друзья. Хорошего дня, хорошего настроения. Вербная, 16. Красивое название, Вербная. Вот такие сугробы, сугробы. Машины стоят на дороге из-за этих сугробов. И так места нет для машин. Все-таки 3 месяца зимы — это много. Как-то 2 месяца хотя бы нормально. Как-то раз, два, но уже вот 3-й месяц, а там еще и март немножко прихватит. Хотя пишут, что по прогнозам 2-я половина февраля плюс. Не знаю, не верится, конечно. Ой, ну хотелось бы, чтобы был плюс. Видите, дороги-то расчищены хорошо, центральные. Нам прямо здесь. Но в центре, ребят, тоже гололед. Я имею в виду для пешеходов. Сосульки падают вечно. Как-то в этом году в январе было мало солнца. Обычно под конец января больше и больше. В этот раз нет. Серенькое небо, солнца немного. Сейчас февраль, посмотрим. Но в марте-то точно будет солнце. Точно. Ну, не знаю, что-то... Эта зима совсем другая. Более серенькая, более холодная, более снежная. Серенькое небо. Я просто смотрю, что сегодня как-то немного светлее. Серость бывает разная в Петербурге. Бывает темная серость, бывает какая-то светлая, кажется, вот-вот солнце появится. Оно не появляется. Так что февраль, посмотрим. 28 дней в этом году. Уже 2-е. Раз-два февраля, потом март, и все, и кайф. А в апреле уже солнце вовсю. В марте уже солнце должно быть вовсю. Комендантский проспект, 56. Это наши вот эти дома яркие, ребят, которые мы с вами проезжаем часто. Закрытая территория, двор. Там другие корпуса продолжаются. Вот они. Так ярко-красиво все летом и весной. Смотрите, что вокруг. Новострой. Новострой, ребят, вокруг. Ну что, плохо? Сейчас я вот
поближе посмотрела. Во-первых, все-таки очень много квартир тоже. Очень много. Здесь что? Мне не понравилось, просто горчило. Посмотрите, ничего не расчищено. Ничего. Ни для пешеходов, ни для машин. Ни проехать, ни пройти. Вот эта каша, ни припарковаться. Здесь все машины бедные стоят как попало, потому что ну нереально просто заскочить, чтобы стать возле этого дома. Вот эти все машины, они в каше стоят. Плюс там горка, лед. Вообще не стать. Вроде пустые места есть, а туда невозможно заскочить. Это горка и лед, и каша. Ты потом буксовать там будешь. В общем, комфорт, конечно, налицо. На первых этажах магазинчики, все красиво, круто, пекарня. Всякие разные, смотрю, мини-маркеты, цветы, теплый хлеб, оптторг. И в то же время вообще дискомфорт полный с этим снегом. Ну вот, реальность. Пытаются заехать на территорию. Холодно, ребят, чувствуется, что холодно. Вот эта кухня мне нравится. Во-первых, цвет мята, пастельные цвета, нежный, спокойный цвет. И сколько она стоит? А вижу, 73 875. Можно купить отдельно. Стоимость образца с дополнительным товаром. Есть комплект мебели. Стоимость базового комплекта 41 374. Ага, вот, ребят, увидела. Ну, хотя вот эта резная штучка мне не нравится. Вот такая резная, нет. Ручки я бы другие сделала. Заменила. Не знаю, так, в общем, мне цвет, может, потому что нравится. Угу. Такая милая. Светлая что-то хочется. Светлая почему-то. Но только не мрамор. Вообще этот мрамор, ребят, мне почему-то не очень нравится. Вот такой мраморный цвет. Вот это однотонная. Темная. Темные цвета тоже, конечно, интересны. Но сейчас у нас как раз темная кухня. Это. Вот этот вариант. Сколько стоит? Это тоже 45 204 и 149 с дополнительными. Так. Нет, это тоже нет. Ой, смотрите, какая интересные шкафчики. Ящички. Сюда можно спрятать эти шкафчики что-нибудь. А, это как раз вот. Вот такую раковину хочу, ребят. 800 квадратненькую раковину. 6 170 плита. 63 983 базовый комплект. И 159 с дополнениями. Кухню сегодня мы с вами рассматриваем. Смотрите, как она со стороны смотрится. Ну так, интересно. А вот тут вверху белый шкафчик, а внизу темные. Вот это нет, такое не хочу. Такое не хочу. Вот такие тоже надоели. Вот этот вообще уже не хочу. Вот такого плана. Нет, ребят, не покупайте. Да я же чем покупать, что хотите. Да я вместе с вами рассматриваю. Вот это в стиле Прованс. Тоже нет. Вот это все уже пройденный. Этап, пройденный материал. Вот это со стороны. Что здесь? Вот это со стороны. Так. Так, так, так. 58 базовый, 161. Ага. А это что? Нет, это у них такое нет. Вот это нет. Не знаю, почему нет. Это нет. Красное тоже нет. Уже надоело. Это тоже пройденный этап. Красные варианты. Мне кажется, нет у нас, кстати, у знакомых красная кухня, и вообще он любит красные моменты. Это нет, это слишком как-то просто. Так, ребят, кухни с вами все обсудили. Обсудили кухни.
Да. Чайничек 1390. С часами какими-то. А, это нагревается температуры. А, температурный. Нагрев сколько показывает градусов? 1390. Часы-календарь. Часы настенные, 1990. Здесь получается дата, месяц, день и часы. Композиция интересная. Вот так на стене, если повесить, вот так выглядит. Можно числа менять, поднимать вот эти штучки. Декабрь, второе число. Цветочек рядом.